начинает с нами играть. Итак, Молодец! Семилетний Иван Коваленко, как и другие участники праздника, смотрит фокусы братьев Сафроновых, играет с аниматорами и, кажется, уже почти и не вспоминает, что несколько месяцев назад его семье пришлось покинуть дом и начать жизнь с чистого листа. Мальчик живет в Лопатино, любит играть в футбол и готовится пойти во второй класс. Рассказывает, уже успел обзавестись новыми друзьями и познакомиться с новой родиной. День отличный провел. Ну, мы ехали в автобусе, нам экскурсовод объяснял, где мы проезжали, где мы находимся, через сколько мы приедем. Мне понравилась Москва-Сити и прогулка по Москве. Всего в мероприятии поучаствовали 23 человека из Ленинского округа, 15 из них – дети. Всем им пришлось срочно менять место жительства, привыкать к новым условиям. Общественники уверены, помочь беженцам как можно быстрее освоиться на новой родине – их долг. Это как раз-таки мероприятие, специально организованное для детей из Донбасса, для того, чтобы их интегрировать в российскую социальную среду, социальную, культурную, ну и просто организовать какое-то культурно-досуговое мероприятие для них. Очень важно просто помочь им этот шаг сделать гораздо легче и мягче, показать им, что здесь их любят, и они здесь нужны. Это мероприятие, которое объединяет всех небезразличных людей, как бы можно сказать, и страны, и планеты, и в принципе даже той территории, от которой мы здесь сегодня приехали. Помимо экскурсий и фокусов иллюзионистов, юные гости мероприятия и их родители увидели благотворительный концерт, а также поучаствовали в мастер-классах по флористике и изготовлению шоколадных конфет. Акцию также поддержали артисты и представители администрации Ленинского округа. Дети Донбасса. Я непосредственное отношение имею к Донбассу, потому что я родилась на Украине, Макеевка. Но как оставаться в стороне? У меня там родная кровь на Украине. Все, что касается поддержки Донбасса, особенно детей Донбасса, это стоит, ну, дорого. Под конец праздничного дня участникам вручили подарки. Общественники уверены, проводят подобные мероприятия в поддержку беженцев не в последний раз, чтобы как можно скорее подарить им хорошие впечатления, новое окружение и настоящий новый дом. Олеся Попова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.